Александр Касторный из Львова тоже бывает чувствует себя в родном городе чужим среди своих. Я за десятилетие жизни в независимой Украине не единожды убеждался, что мое мнение, мнение людей, близких мне по культурному, интеллектуальному уровню, просто игнорируется. Последним примером является работа ОБСЕ по подготовке доклада о соблюдении прав человека в Украине. Одна из тем этой встречи была соблюдение прав национальных меньшинств в Украине. Как только я и преподаватель из Тернополя, преподаватель русской кафедры, попытались затронуть проблемы, связанные с функционированием русского языка в Западной Украине, мне тут же и ей сказано было, это не актуально. Тем не менее, Александр умудряется оставаться оптимистом и отказывается верить, будто словосочетание «братский народ» ушло и навсегда из лексикона русских и украинцев. Вот я...